это пихтовый крем-бальзам Донна. Ну, проблема варикозы есть, конечно, и у мужчин, и у женщин, но как-то так исторически сложилось, что женщины заморачиваются чаще. Да? Да. Проблема сильно помолодела, хотя мужчины просто долго не обращают внимания, а потом имеют такие необратимые последствия, как вплоть до ампутации. Итак, варикоз. Для тех, кого мучают боли и тромбозы вен, мы можем порекомендовать бальзам? Можем, можем. Особенно, Надежда, извини, дополню, это варикозный дерматит. Это когда идет шелушение, когда появляются язвочки, варикоз действительно помолодел. Друзья, варикоз не знает пола, не знает возраста. Я вхож в семью, где девочке 19 лет, уж позвольте, для меня она девочка. Она пошла сейчас на второй курс института, появились сосудистые звездочки. Что делать? Первые звоночки, ноги отекают. Ноги болят, ноги гудят, ноги налиты свинцом, как мы с вами говорим, а будто пудовые гири привязаны. Нарушена трофика крови, венозный клапан, забыл, как откачивать хорошо венозную кровь в сердечные мышцы. Мы ему помогаем. Надо помочь. Опять же, куда клоню, поработаем с первопричиной. Вот так вот вводите строго по вене снизу вверх. Посмотрите, действительно начинается все с сосудистых звездочек. Дальше вена начинает вторая стадия выступать уже явно. Мы машем рукой. Возраст у всех так. Друзья, не надо списывать все на возраст, не надо торопиться. Вы не одиноки. Варикозу, по варикозным расширениям вен, согласно статистике, а статистика это наука вещь упрямая, говорит о том, что 50 миллионов женщин России, увы и ах, страдают варикозным расширением вен. Дальше идет ретикулярная формация. Чтобы дело не закончилось трофическими язвами и тромбофлебитом, ведь варикоз опасен не сам по себе, а последствиями, то есть тромбозом, тромбофлебитом, закупоркой вен. Вы знаете, я не хочу об этом говорить. Я хочу говорить о хорошем. Вот об этом действительно креме, бальзаме, когда в вашей домашней аптечке это есть, не просто вы ноги забрасываете наверх привычным движением, либо растираете рукой. Да, это помогает. А втирайте вот этот крем-бальзам, друзья, который улучшает циркуляцию крови, который помогает снимать отеки, чтобы ноги не болели, не гудели. Вы видите на своих экранах, где это за месяц, за полтора, вот это действие вы получите при ежедневном использовании этого крема. Втирайте на здоровье, в проблемные места, чтобы не было отеков, чтобы не было боли, чтобы не было сосудистых звездочек. Да. Есть какие-то, ну, допустим, рекомендации? Делать это лучше утром или вечером, снизу вверх, или и как часто? Ну, вот какие-то вот такие дополнительные нюансы. Вы знаете, тогда, когда это надо. Вот, как правило, ноги начинают отекать к вечеру, в конце дня. Вот именно тогда и делайте, и пробуйте. Раза три в день совершенно точно. Не надо толстым слоем. Обычно так делаем, как масло кладем на бутерброд. Да? Потолще, колбаски потолще. Не надо здесь. Тонкий слой. Организм все возьмет. Да? Как называется, вода найдет свое место, друзья. Вот так капелька по капельке. Главное, строго по вене, у кого варикозное расширение вен, снизу вверх, для того, чтобы рассасывались эти тромбы. Вот этим рассасывающим свойством обладает хвощ полевой, который также входит в состав вот этого крема-бальзама Донна, друзья. И это здорово, снять отеки, чтобы улучшилась трофика крови, чтобы сосуды укреплялись, даже мельчайшие капилляры сосуды начинают укрепляться, чтобы они не были ломкими. Вот откуда варикоз бывает? Варикозная кровь, давайте посмотрим, застаивается, а стена у вены ведь она тоненькая. Она ведь, Надежда, не выдерживает вот такого повышенного давления и начинает выпирать. А что же еще делать? Да. Растягивается, совершенно верно. Вот для того, чтобы это предотвратить, мы с вами в комплексном решении применяем крем-бальзам Донна. Это мощнейший природный еще и антиоксидант, это хвощ полевой. Но и основа, не устану это сегодня повторять, это пихтовое масло, королева среди масел пихтовых пород. Потому что богатейший состав и минералов, и витаминов. Организм воспринимает это масло как свое, как родное. Не только кожа размягчается, улучшается трофика крови, ликвидируется в комплексном подходе застойные явления, проходят отеки, проходят боли в ногах, ведь именно это мы и хотим получить и получаем.